Приключения героев. О, нет! Гриффин-Рок стал эпицентром стихийных бедствий. Мы должны действовать сообща, чтобы всех спасти и найти тех, кто вызывает эти бедствия. Боты-спасатели, выдвигаемся и спасаем! Добро пожаловать на остров Гриффин-Рок! Вторжение морботов. Доктор Марокко построил злых ботов-спасателей. Он назвал их морботами, и они нападают на город. Мы должны остановить их до того, как они уничтожат Гриффин-Рок. Мы должны заманить морботов в нашу ловушку. За дело, Чейз! Осторожно, они стреляют в нас! Осторожнее! Осторожно, они стреляют в нас! Чейз. Пора, Хитвей! Облей морботов, чтобы устроить им короткое замыкание. Продолжай поливать морботов, пока они не упадут. Осторожнее, Хитвей! Ой, еще вау! Да ты хорош! Ой, осторожнее, Хитвей! Потрясающе! Ой, еще больше! Вау! Да ты хорош! Ой, осторожнее, Хитвей! Хитвей, это было горячо! Быстрее! Мы должны подобрать их и бросить в кратер до того, как они отремонтируются! Совершенно потрясающе! Фантастика! Чудесно! Отличная работа! Это было ровно как по лезвию, Блейдс! Отлично, Болдер! Чтобы завершить работу, мы должны наполнить кратер водой! Отличная работа, Болдер! Невероятно, ребята! Это было потрясающе! Отлично! Мы полностью остановили морботов!
Но доктор Марокко ушел на своей подлодке. Бьюсь об заклад, он уже планирует свою месть. Мы нашли эту машину погоды. Нам лучше держать ухо востро. Отлично, мы спасли всех от стихийного бедствия. Наконец-то остров снова в безопасности. О нет, снова он. Доктор Марокко, мы идем за тобой. Куда мы отправимся теперь? Нам нужно избавиться от машины катастроф раз и навсегда. Кто лучше всего подходит для этой миссии? Хитвейв, Болдер, Оптимус Прайм, Бамблби. Боты-спасатели, выдвигаемся и спасаем. Вот она, машина катастроф. Скорее, надо ее обезвредить. Марботы, превратим их в металлолом. Осторожнее, краска. Повысить расход энергии. Берегитесь этих препятствий. Я доверяю тебе, Болдер. Ой! Повысить расход энергии. Повысить расход энергии. Осторожнее, дружище. Спасибо, Оптимус. В отряде еще остались барботы. За дело, Бамблби. С остальными уже покончено. Время заняться главарем. Осторожно, если Марбот заряжает пушку, значит скоро он нападет. Осторожно, если Марбот заряжает пушку, значит скоро он нападет. Если Марбот заряжает пушку, значит скоро он нападет. Отличная работа, Бамблби! Вам ни за что не сломать мою блистательную конструкцию! Немедленно прекратите обгуряться! Ура! Наконец-то!
Машина катастроф навсегда выведена из строя. Потрясающе! Получилось! Фроцбург все еще покрыт толстым слоем снега. Но снегоочистители с этим разберутся. Отлично! Город прислал нам медаль за нашу помощь. Нам нужно избавиться от машины катастроф раз и навсегда. Собираем команду и выдвигаемся. Чейз, Блейд, Оптимус Прайм, Квик Шэдоу. Боты-спасатели, выдвигайтесь! Машина катастроф! Скорее, надо ее обезвредить! Стоп! Соблюдайте порядок! Я в порядке! Повысить расход энергии! В отряде еще остались варботы. Я верю в тебя, Блейд. Повысить расход энергии. Вперед, Оптимус! Ой! Повысить расход энергии! В отряде еще остались барботы. Быстрее, Квик Шэдоу! С остальными уже покончено. Время заняться главарем. Осторожно, если барбот заряжает пушку, значит скоро он нападет. Если Марбот заряжает пушку, значит, скоро он нападет. Осторожнее, дружище! Осторожно! Если Марбот заряжает пушку, значит, скоро он нападет. Ой! Хорошая работа, Квик Шэдоу! Не сломать мою блистательную конструкцию. Немедленно прекратите там ковыряться. Я приказываю вам прекратить вмешиваться в мои дела. Стой, Марокко, ты окружен. Сдавайся сейчас же. Ладно. Не испортите мой костюм! Ура! Наконец-то! Машина катастроф навсегда выведена из строя. Вы позаботились об этом городе, как настоящие мастера своего дела. Кошмар закончился, и сегодня Технополис сможет спать спокойно. Ух ты! Мы спасли весь мир и сорвали планы доктора Марокко.
Мы действовали как невероятная спасательная команда. И правда, мы лучше всех. Теперь давайте постараемся не дать доктору сбежать. Тем временем... Если бернцы думают, что могут меня забереть, они катастрофически недооценивают мои ресурсы. Ну и ну! Какой я умный! Пора временно отступить! Я снова сбежал! Нужно усовершенствовать короля марботов, если я хочу разделаться с этими роботами раз и навсегда. В следующий раз ботам-спасателям так не повезет.